Всем привет, друзья, с вами Бобби Джон. Я недавно видел Бармалея во дворе ночью, но у меня не было камеры с собой, поэтому я его не успел заснять. Мне страшно, сейчас стемнело уже. Вот я увидел, потом пошел за камерой, точнее побежал, взял камеру из дома, а Бармалея нет. Страшно реально. Вот. Его в этом дворе видел, соседи. Он побежал куда-то туда, в сад. В сад. Значит, пойдем по его следам, да? Так. Сейчас пойдем по его следам. Фонарик я включил на телефоне. Вот так видно, да? Нормально. Побежал он туда куда-то. Так, вот следы его, Бармалея. Так, вот он, видите? Он и в сад убежал, и выходил из сада. Выходил из сада вот сюда, во двор. Видите, куда след направлен? Нога у него большая, как видите. Не знаю, может 46-47 размер. Дальше идем. Видите, следов много. Он тут живет, топчется Бармалей. Жесть. Бармалей, ты где? Он, наверное, меня испугался сам. Получается, я его боюсь, да? Он, наверное, сам испугался меня. Бармалей, Бармалей, Бармалей. Где ты, Бармалей? Я не слышу никаких звуков. Где же ты есть, а? Бармалей ты наш. О, слышите звук? Нет, это была машина. Это не был Бармалей, это была машина. Блин, может, его лучше вечером караулить? Когда не так темно будет, то получается стемнело, его не видно. А он же черный, да, цветом? Шерсть у него черная. Он маскируется ночью хорошо. За деревьями на темном фоне. Хотя и снег, в принципе, белый, да, значит он на снегу не получится у него замаскироваться. Все равно его вижу. Может, он в сарай побежал? Бармалей ты. Может, и в сарае? Блин, страшно, да? Никого нет. Бармалей. Вон окна, видите, но его нет. Так, что там еще есть? Эти, как и веники вон они. На огороде они растут, бабушка веники сделала. Чтобы подметать двор. Короче, это растение такое. Из него веники хорошо получается делать. Там тоже никого. Звуков я не слышу никаких. Куда же он делся? Бармалей. Бармалей, Бармалей. Нету Бармалея, ребята. Ну ладно, ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал с колокольчиком. До новых встреч!